Радикально я отношусь к определенным политикам и проводимой ими политике. Я сам русскоязычный, и вы это прекрасно знаете, я говорю на русском языке, это мой родной язык. Никогда в моих действиях не было никаких призывов к насилию. Если бы это было, я был бы привлечен к ответственности. У нас это все регламентируется и запрещается законом. Да, призывы к насилию, дискриминация по национальному признаку, по политическому, религиозному. Если бы то, что вы говорите, было бы на самом деле, то, наверное, меня бы привлекли к ответственности.